Обалдешечки, играет 161 тысяча человек. Обновка, друзья, в Ниндзя Легенд. Что же там у нас наводили? А разработчики добавили куча приколюшек, друзья. Новый остров, 50 новых мечей, друзья. Какие-то двойные еще. Этерналай спец. А нужно будет еще 5 вогнутых петов для того, чтобы сделать их еще сильнее. Короче, апать можно будет. Так, новый петовский кристалл, друзья, новые пояса, новые ранки, новые скиллы, новый Immortal Сюрикен, короче, сюрикены еще добавили. Game Good and Evil Karma, короче, хорошая и плохая карма добавилась. Короче, души собираются теперь более правильно, друзья. Light и Dark, скиллы, короче, за темную и светлую сторону добавят. Две новых таблицы лидеров, соответственно. Новый сундучок. Так, и спунки кристалл и Snow of Sale. Короче, не продается. Ну что, залетаем в игру. Так, вот мы зашли. И что же мы видим, друзья? Смотрите, вот они появились. Light Skill и Dark Skills. Короче, светлая сторона и темная сторона. Coming Soon еще не ввели. Далее, друзья, вот последний у нас был Tundra Island. Теперь у нас добавил, так, надо только трейды, друзья, будут отключить, а то мне сейчас накидают. Появился новый остров Eternal Island. Я там уже, друзья, все пооткрывал. Новые скиллы вот здесь. Кстати, давайте мы с вами что-нибудь сейчас именно покупаем. Сюрикенов сколько у меня? 118 миллионов. О, так мне хватает, обалдешечки. Конечно, давайте берем вот этот, на этот 120, пока мне с них хватает, друзья. Вот здесь вот новый сундук, друзья, я его уже взял, куча с него валится. Далее, друзья, ох, тут кто-то стоит фармит. Далее, друзья, конечно же, много добавили в самом магазине. Новые мечи, новые здесь пояса и новые ранки. И я как раз кролику, друзья, накопил на сенсе. 27 куашек у меня. Квадриллионов, наверное, это, да? Требуется 26. Конечно, я немножко переформил. Давайте сейчас возьмем его. Наконец-то теперь я стану настоящим сенсеем. Так, сенсей, друзья, берем. Следующий мастер сенсей. Требуется уже 200 куашек. Ха-ха, вы что, с ума что ли сошли, а? Обалдеть. Так, давайте сейчас, конечно же, все это дело немножко подформим, друзья. Так, это мы сразу продаем. А, здесь сейчас очень быстро пойдет все это дело. Так, 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 где-нибудь стать вот здесь вот на... краю на самом. Так, сейчас, друзья, еще новых петов вам покажу. Ладно, сейчас давайте мы, может, парочку еще зайдем с вами, просто пооткрываем для прикола. Нифига себе, мы сразу нафармили. 271 тысяча у нас. Так, сразу же берем, друзья, здесь все. Так, покупаем мечи. И мы взяли практически, нет, не до конца, конечно. Но парочку мы взяли, да? Так, сейчас надо будет мне прыгать, паркурить. Я, наверное, все это дело, друзья, мотану, когда я уже буду на самом верху. И мы с вами пооткрываем еще петов. Ну что, полетели. Так, ну что, немножечко я здесь подфармил. Получается, я взял вот такую вот здоровенную, офигенскую, друзья, звезду. А что у меня там следующее? Какой матч мы можем взять? Но я сейчас особо не буду здесь, друзья. Я потом отдельно это пофармлю. А, да, смотрите, мне еще даже хватает. Покупаем вот эту. 36 вот пока не хватает. Короче, фармим мы по 450 миллионов. Неплохо. Вот, друзья, вот такие вот петы здесь падают. Смотрите, 3% Ultimate Overdrive Bunny. Вот такой вот прикольный у нас заяц. Омега, друзья, видите, они вот эти самые редкие. Оранжевый это уник у нас, да. А вот такие вот темненькие это омега. Давайте их парочку пооткрываем, что раз уж мы зашли, посмотрим, что попадает. Надо будет потом, конечно же, отдельно заняться питомцами. Все здесь повыбивать, друзья. И опять устроим раздачу. Я уже куча петов нараздавал. Поэтому ждите, в скором времени будет какой-нибудь стримчанский, и мы петов пораскидываем. Пишите пока в комментариях, какие у вас самые максимальные были петы, какие у них есть характеристики. Так, ладно, падает тут, конечно, всякий хлам, друзья. Давайте, все, у меня уже они забились, да? Это все дело у меня забилось. Ладно, мы потом все это дело, друзья, с вами более-менее подробно на стриме разберем, да? Короче, вот такая вот вышла прикольная, друзья, обновка. Тем более я взял новый класс. Я так рад, я так рад. Так, сенсей, следующий сенсей, мастер, да? 38, 25. О, нифига себе, здесь на пятерочку. А здесь, друзья, уже сразу же на 13, да, получается, скаканет. Смотрите, 5, 5, 5, икс добавлялся. А здесь сразу... С 25 на 38, 13, да?
200 куашек нужно нафармить, друзья. У меня вообще еще ни одной куашки нету. Ну, конечно же, нужно будет сейчас побольше набрать, друзья, здесь мечей. Я навыбиваю, здесь откроем. Попробуем самые последние, конечно, взять. Но сомневаюсь, что на этой стадии это будет целесообразно, друзья. Самое главное, что здесь шло все параллельно. Параллельно покупались мечи, параллельно покупались вот эти ранги стадии. Потому что в прошлой обнове было вообще неграмотно. Три еще стадии надо было покупать. А мечей уже не было. Надеюсь, что здесь параллельненько все это дело пойдет. Ну что, на этом ролик, друзья, я, конечно же, буду завершать. Пишите в комментариях, какие у вас уже есть петы. Желаю вам всем отличного дня и прекрасного настроения. Ну а с вами был Бамбуковый Медведька Панда. Кто меня убил? Увидимся на просторах Роблокс!